Ну что, друзья, всем привет. И сегодня у нас так, быстро Лесли выбрать. Поехали, линия золота. Вы посмотрите, кто у меня тут. А какой скинчик, какая юбка. В общем, сегодня играем, ребята, за Лесли. Будем осваивать, продолжать стрелков. Эмблемы берем, стрелка обязательно, подкачнул как раз таки неплохо. Сборку берем, атака и защита, но на самом деле это сборка про игрока, да, самого первого, первое место. Поэтому играем по сборке топа, ну и естественно будем тащить. Первый мой матч, как видите, 0 матчей, 0% побед, но скорее всего здесь имели в виду 100% побед, ведь по умолчанию я уже победитель с таким скином. Чё? У меня даже никто не отжал роль. Вы представляете, я взял линию золота, и никто не отжал. А где же дабл керри, где вот этот вот контест фарма, походу, легкая для нас. Ну все, врываемся. Я заряжен, готов, тренировочку прошел, по скиллам сейчас немножечко пробежимся с вами. Персонаж пассивно, если его никто не трогает, выдает мощный дэмэдж, да, выстрел раз там в 5 секунд вроде, если не ошибаюсь. Кроме того, умеет уходить на ненадолечко в инвиз, причем его видно, где он находится, да, но по сути как бы он так, такой полускрытный, можно в разгаре битвы и не прошарить. Вторым своим скиллом, да, активным, он кидает тактическую гранату, то есть отбрасывает противника, отбрасывает себя назад, легче отстреливаться, это похоже чем-то на шарт снайпера в доте, наверное. И свой ультимейт. Это тоже, кстати, похож на ультимейт снайпера, только здесь чуть по-другому. Там один мощный выстрел, да, а здесь четыре. Сейчас все это проверим, прочувствуем, посмотрим. Ну и побежали. Берем маскировочку на первом уровне. Навык у меня вдохновение, чтобы побыстрее шмалять. Ну и побежали. Друзья, и конечно, куда же без подарка для нас с вами от МЛВБ. В описании к этому видео вы найдете промокод, который может активировать 100 самых первых счастливчиков. И там будут всевозможные подарки. Либо это будут фрагменты героев, либо наборы эмблем, либо набор фрагментов премиум скинов, пробный герой, либо же билеты. Что-то одно обязательно выпадет. Сейчас расскажу, как активировать. Заходим на сайт mobilelegends.com по ссылке в описании. И нажимаем кнопочку Redeem вверху справа. Вот она прям за моей головой была. Вот она. Нажимаете Redeem. Здесь вводите промокод. Свой Game ID. Вот он, да, как отображается в игре. Свой сервер ID. И запрашиваете код верификации. Verification код. И за мной кнопочка Send. Нажимаете ее. Вам в приложении приходит на почту код. Верификации вы его здесь вводите. И после этого в приложении вам приходит подарок. Вот так все просто. Так что пользуйтесь. И приятного просмотра дальше. Всегда готов. Тут без вопросов. Я не жестокая. И безобидной меня не назовешь. Ну это по факту, тут вообще спорить не буду. Я как бы с таким же майндсетом по жизни, да, как бы. Вроде и не жестокий такой, добряш-пухляш, а не, безобидно, не-не-не. А чё, первая кровь получается? Ну я отстреливаю. А чё это, как брюмастер какой-то, что ли? Я вот этого героя, кстати, впервые вижу. Догоню, не догоню. Это мой перец его убил. А как он так с отложенным уроном это сделал? Давненько его не видела. Что у меня за зверюга со мной на лайне? Я вообще не понял. Ну как, нет, понял, конечно. Просто подбирали под стать игрока, чтобы мы оба на одном уровне смотрелись, все четко. Два ассиста. Не то, чтобы мне не нужны были фраги, просто я стараюсь раскачать сперва своих союзников. Потому что таким образом легче играть. Ну и в принципе, да, игра наша как бы не на одном мне строится. Так. Мужик, ты, по-моему, напрашиваешься на тактическую гранату, если сейчас подойдешь. Ой, пойдем денег подзаработаем. Ага, понял. Оп! Видали? Классный спелл. Объективно, посмотрите. В итоге он кастанул в молоко, я идеально отстрелялся. Интересно, что здесь нет механики подблочить крипов чуть-чуть. Было бы забавно. Отойдем. Блин, я думал, он за мной почедет под тавер, а он что-то не стал. Тихонечку вампиримся. Не вампиримся, точнее, я просто подхиливаемся через восстановление. Так, есть ультимейт. Сейчас бы его чуть-чуть покромсать, и будет вообще бодренько. Он там, блин, что-то качает себе, да? Ну-ка давай, показываю. Оп, 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 оп.
Ну, видали? Просто расстрел. Причем я стою за километр. Кайфовейший персонаж. Мне уже все нравится абсолютно, что только можно. Там у меня мужик, которого я раскачал на своей линии, пошел делать серию убийств, что мы тоже максимально одобряем, конечно. Регенерация вот-вот откатится спокойно. Ее прожмем. Сейчас пока только вышечку пофармим аккуратненько. Ага. Сапоги спешки. Прям сразу я, наверное, не хочу. Я бы, может, что-то на урончик еще взял. Насколько мне нужны эти сапоги? Там, да, условно, если так посмотреть. Блин, ну как же ты дамажишь, братан? Ну-ка, давай, вышка. Блин, я, может, зря его откинул так быстро? Вообще похоже на правду. Между нами говоря. Ух, как больно. А чё, мой перец его даже не зацепил? Только там хп-то, я чё-то не пойму. Ну, я не думаю, что мне стоило ультовать, если честно. Ну, какой-то этот... Тухляк ко мне подъехал на лейн. Спугнул жертву. Я уж почти его развел. Пока идем бодро. 4-0. Кстати, нас Смиты осаждают. Я вот по миникарте вижу просто толпа людей. Но мы довольно быстро срезаем тавр сами. Это тоже положительный момент однозначно. Наша башня, их башня. Туда-сюда. Чё-то я, по-моему... Я, по-моему, подставился, да, близко. Он когда подошел, он сразу гранат откидывается. Я просто в прошлые разы. Он ко мне подбегает, а я в итоге его не забираю, он убегает. Я думаю, блин, ну ладно, надо самому быкануть. Тем более настроя. А зря, зря положился на команду. Стоило, конечно же, продолжать играть на свой фарм. Ну, зато забайтил противника подойти туда, где я только что умер, потому что он думал, что легко победит моих пацанов без меня. В итоге он не победил, потому что мы тому пацану, который его сейчас убил, отдали в самом начале два фрага, заработав себе два ассиста. Все продумано максимально, ребят. Читаем карту на много-много ходов вперед. Так, фиксируем там противничка. Блин, подцепил бы ты его хоть как-то, да? Мы вообще с тобой наваляли люлей, честно говоря. Больно. Недолет немножечко гранаты. Там, кстати, толпа народу подошла, я бы это сам. Вот зачилился малек. Ну-ка. Оп, 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 оп. Расстреляли молодых. Отлично. Вообще, я думал, что я забрал. Но если он считает, что не я, то ладно. В любом случае, я старался. А мид мы забирали? Там вообще золотой щит до сих пор, 15 секунд еще будет. Когда вот такой вот золотой щит, это значит, можно пофармить тавр. Ну, и это, конечно, офигенно просто, нереально. Но только мы не успели, как бы, залезть на этот момент. Ушел в инвиз. Лутаю регенчик от тиммейта. Прекрасно, прекрасно. Отошел. Позицию поменял. Эх, зарядить бы свою пушку куда-нибудь. Черт. Ладно, развел тавр на выстрел. Легчайше для меня было. Ну давай, черепах проатакуем. Какой-то был лайфстильчик, да? Что-то такое было бы неплохо. Ну, слушай, вот это подхил. Вот это бодро, конечно. Мне магическое ожерелье рекомендую. Чуть я не пойму, это точно сборка топ игрока? Нафига мне маны-то? Ладно, пусть будет. Может, почаще надо скиллы юзать. Ну я не знаю, у него не такие не атакующие, что ли, какие-то, да? Отошел. Отошел. КДшся довольно быстро. Спрятался. Нормально, кстати, я, по-моему, прочувствовал, как надо использовать скиллы. Все, скиллуха пошла полным ходом. Блин, ну мы очень коллективно двигаемся, вот. Тут что, как бы, нельзя отрицать однозначно. Хорошо, что ульту не зарядил, была мысль, но, видите, там пацаны прям бодренько держатся толпой. Ух. Он меня замедлил. А пацанов моих не боишься? Ну-ка. Оп. 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 Хорошо. Я убил. Да, я понимаю, что я убил. Как бы все схвачено, сами понимаете. Блин, опять я вдохновение впустую нажал, да? Ну, ёпсель-мопсель. Сколько... Ух. А, это чужой. Ё. Ладно, нормально. Меня подхилили на изи. Гранаты откинулись. Меня зарегенивают по-жесткому. Просто отпиваемся. Двойное убийство сделали пацаны благодаря мне. Мощно мы надамажили однозначно. Так. Продолжаем, продолжаем наваливать.
У меня точно та сборка стоит, которая мне нужна. Я почти не такого фуфла баху. Ладно, поехали хотя бы вампиризм. Вот так вот этим топ-игрокам доверишься, да, а потом понимаешь, ну блин, на 1К ММР они как бы самые сильные, все равно плееры, а не вот это вот ваше, да? Какие-то там сборки. Ну-ка. Метку добежать. Оп-оп-оп. Оп. И еще. Ой, да какое же расстояние. Слушайте, я не знаю, это реально кайф. Вот, ну, без шуток, это реально чисто кайф. Потому что с такого расстояния разваливаешь. Оп, двойное убийство. Это мое есть еще. А вы думали, кто тут развалил молодых? Можно куда-то под низ бегать. Там вышка полумертвая. По полю куба бежит за кем-то, да? Добьет ее, нет, интересно? Или я зря пацана прохарасил? А я выйду, нет? Вроде вышел. Чуть больновато, но там перец вообще далеко задавил, я осуждаю такие моменты. Максимально. Пока у нас КД идеальные 9, одна смерть, и та была чисто, чтобы чуть-чуть разнообразить процесс, подарить противникам немножко позитивных эмоций. Как говорится, удовольствие от процесса должны получать все. Ну и все, и наваливаем дальше. Тык-тык-тык. Слушайте, вообще, по-хорошему, то, что я сейчас отправляю дальше, оно должно само снести вышку без моей помощи. Ну ладно, там отпушил кто-то. Не получилось, не срослось. Так, монетку зафармили. А если зафиксироваться? Ага, он, по-моему, тоже что-то такое зафиксировал. Я мог в теории гранату кинуть во время ульты, откинуть себя этим с позиции, где он меня расстреливает. Что-то такое было опционально, в принципе, я полагаю. Бесконечная битва, божественно справедливо. Через 3 секунды после использования навыка следующая атака нанесет 6% физической атаки, как доп. Чистый урон. Доп. Скорость передвижения 10. Из атака регенерация ман, течение перезарядки 10% физ вампиризм. Хороший слот на самом деле, мне нравится. Так, моментик, у меня яркость упала на телефоне. Вот так-то получше будет. Кстати, интересно, я вот даже настолько неопытный мобильный блогер, скажем так, я даже не знаю, если у меня яркость на телефоне падает, она у вас тоже падает? Нет, наверное, нет. Вроде как не должна. Подцепишь как-нибудь? Могу ультануть. Там народу дофига, конечно. Давай, дед, я тебя сейчас наваляю. Оп, еще. Надо вот так аккуратненько постреливать чисто. Винвиз ушел. Реген подрубил. Ульту зарядил. Оп, оп, оп. Я убил врага, да знаю, знаю. Ух, ё-моё. В инвизе, на хосте, уйти, под вышку. Вдохновение. Блин, да чё никто не давит меня под вышку? Я нафига вдохновение-то жму. Ну, я почти его убил. Почти. Я 1x3 дрался. Где команда? Команда в боте пушит, да? Вдвоем. Ну пипец теперь. То есть мы Т2 в миде теряем фуловые, а пацаны там просто по боту идут. Ах, непорядок, непорядок. Ладно, нормально. Че по фарму? Давайте посмотрим. Сортировать по золоту сделаем. Я третий по фарму в своей команде. Но очень много спейса дал команде. В принципе, держусь выше среднего. По палате. Это отлично. Это мы еще только тренируемся. Вы вдумайте, первая катка на персонажа. Какой результат? Ну, проигрывать мы точно не собираемся. Предлагаю что-то там защищать. Я подумаю. Так. Мой песик выражает активное участие в процессе. Болеет за меня. Болеет за меня всей душой. У меня на телефоне что-то же этот. Я не знаю, видно вам было нет, но, короче, стало уведомление, что у меня собачка лает. Умный дом! Технологии. Я не знаю, там, если пацаны сейчас бьют чемпиона, но мы как бы вышку заберем с одной стороны, да? Офигеть, ну урона нормально по тавру наваливаем, к слову. Кто там постоянно моргает? Отступаем, наступаем туда-сюда. Поехали месить уже, Т3, чё стесняемся? На самом деле, со своим эскейпом, да, вот этим, который инвиз, я считаю, довольно быстро могу
куда-то отходить. А снизу герой. Оп! Оп! Сюда его. Это мой фраг. Мой мальчик. Люлей надавал. Кайфанул, поехал дальше. Ну как приятно, когда есть регент в команде, конечно. Это вообще лютый нонсенс. Там мужик в боте прям по-жесткому пушит. Я, наверное, ТП на базу сделаю. Отдефаю от него до 3 в боте. Да, это же правильное решение. Кто-то должен это делать в команде. Обязан. Оп! Куда пошел? Что-то у меня с фокусом этого таргета как-то тяжко идет. Меня щит пробивает. Ну, кулебяка, я даже не знаю, бежать за ними и бежать. Он слишком быстро для меня, да? Пожалуй. Магия, магия, магия. Карина наваляла мне люлей. Пневая атака, это не смерть, пневой ком. Но он все скиллы нажал. Развел на кнопки, получается? Конечно. Команда-то жива, вон враг убит уже. Все, они не могут драться, у них Карина без скиллов. Офигеть, Карина без скиллов, а у меня пацаны все равно умирать умудряются, что ли, или как? Да? Ну, 2-2 в размен тоже неплохо, в принципе, пойдет. Терпимо? Терпимо, пожалуй. Что по вышкам? Мы им проколупали топ-3. У нас в миде пробит вышка. Вышка. Да-да, именно так. Блин, а как же у меня перец сейчас засолил по полю купу? Бедолаг. Так, я под этого не суюсь, он мне люлей надавал в прошлый раз. Это плохой противник. Мы таких не любим. У нас в боте мужик очень хорошо засплитил, стянул их туда. Пока качнемся. У меня есть подозрение, что я собираю всем правильные шмотки, потому что концепт героя, он же близок к Мии, правильно? На Мии это я скилловый однозначно. Но я на ней таких вещей не покупал. Там все как-то было по привычнее. Потом разберемся, может что-то не туда кликнул. Да нет, клинок отчаяния вроде, да, нормально. Ладно, попробуем все-таки довериться, да, этим товарищам, профессионалам. Слушайте, а как будто меня подпускают к хайграунду. Ой, хорошо. И тикаем, 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 тикаем. Нормально, нормально. Оп. Вышечку одну покромсали. Я бы крипа забрал, который на атаку. Да. Собачка, релакс. Сейчас все будет нормально. Он очень за меня болеет. Такой, знаете, очень душевный собакин. Какой есть. А чё нас по миду так жестко пушат-то? У нас сейчас мид упадет. Я ТП отменил случайно. Черт, мы в итоге вышку в миде потеряли. Какой финиш, ё-моё. Отвлекся на собаку, сами понимаете. Такую ошибку в здравом уме я бы никогда не допустил. Пацаны, месяц, там уже 15 уровень. Есть книжки опыта, что ли, пушили? Или тут такого нет? Нет, наверное. А, он что-то забыл. Ну, я топ-3 нетросов в любом случае. Типа, это нормально для моей позиции. У меня линия золота была, как раз, чтобы компенсировать то, что я все даю своим тиммейтам. Поэтому не переживайте, если вы по нетросу не самый первый, это нормально. Естественно, главное получать удовольствие от процесса, верно? Так, легионера, пожалуйста. Мне вообще в идеале на этом уже этапе, да, начать бегать с командой. Тихонечко за ребятками стоять, настреливать там туда-сюда. Сейчас можем даже хостануться. Пока подбегаем к молодым. Потому что, ну, без меня явно дела идут плохо. Оп. Видите, я пришел, просто пол лица снял вантапом, поехал дальше. 1700 у меня критуля при нападении. Ну, это же бешеное количество. Ульта замакшена, драться готов. Бот снесли. Поехали, поехали дальше. И прямо в мид залетаем. Мид вышку снесли. Отлично. Попытался засейвить своего перца тактической гранатой. Ну-ка, давай, зарядимся по нему. Оп, оп, оп. Что-то вообще тупленько, да, скажите? Ну да, мне тоже не особо понравилось. Это прям добив. По-другому не сработает. Так, от этого увернулись.
Так, я это танчить точно не хочу. Что бы тут ни происходило, блин. Волка убил. Нового призвать не получается пока у пацана. Отошел. Легионера берем. Оп-оп-оп. Настреливаем, наваливаем. Ну, трон падает, падает потихонечку. Сейчас крипы подойдут, мы уже закончим. Я не вижу, если честно, опции для противника. Когда так раскачан. Когда я так раскачан, там, ну, уже без шанса для молодых. Хорошо, и трон месим. Отлично. Противник мертв. Первая каточка. Сразу победа. Я вам что говорил? 100% должно быть. Ну вот оно, 100%. Теперь я понимаю, это уже серьезный разговор. В принципе, отстреливать стрэнджи по кайфу. А, из ошибок, которые, ну, чуть-чуть, как бы, да, можно сказать, я допускал по ходу игры. Позиционочка. Надо стоять еще дальше. Произошел, кстати, 48,4% игроков. Это очень много. Ну, половина, как бы, не хухры-мухры. Попробую еще столько превзойди. Шестиугольник почти идеальный. Не хватило. Видите, командного боя живучести убийства золота. Но урон в секунду, игра на линии просто превосходная. Начали мы действительно круто. Я думаю, особенно началось то, что мы команде своей помогли. Прекрасно. Так, ребяткам все. Большие пальчики обязательно натыкиваем, пацана. Молодцы, так держать. Давай, давай. Ну и все. Вот вам и каточка. Прекрасная стартовая. Вторую звездочку в рандмастера заработали. Двигаемся дальше. На этом не останавливаемся. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И ждите еще MLBB.